Хорошо. Ко мне, в принципе, в последнее время часто обращаются люди, которые хотят зарабатывать онлайн, создавать пассивный доход онлайн и зарабатывать в том числе на Кликбанке. Поэтому это видео я посвящу немножко более широкому обзору темы заработка онлайн и немножко по Кликбанку тоже расскажу. Окей, значит, давайте так, ребят, сразу же. Если у вас, скажем так, возможности где-то до 1000 долларов инвестиций, то есть если 1000 долларов на то, чтобы заниматься, создавать системно пассивный доход онлайн, у вас нет, то никаких других вариантов, кроме FutureAdPro, вот то, что вы сейчас видите перед собой, я вам не советовал бы даже рассматривать. С другой стороны, FutureAdPro – это вот система, в которой я работаю уже порядка года. Видите, здесь 21 пакет – это 1050 долларов, вот 40 долларов за последнюю неделю там я заработал, грубо говоря, то есть через пару дней я смогу этих 40 долларов, 50 долларов, которые здесь накопятся, вывести на свою карту или на любые другие системы вывода и так далее. То есть это самая простая система, которую вы можете сделать. Вот здесь 100 баксов положил сюда, и оно себе здесь капает. Значит, все, что надо делать, это ежедневно просматривать 10 объявлений, но об этой программе сильно углубляться не буду, потому что на моем канале, ну, штук 5 уже есть видеороликов, есть специальные статьи посвященные. То есть это фактически социальная сеть, которая обладает также другими направлениями. У них есть вот система свой майнинг, своя монета, свои кафе, свои рестораны. У них, конечно же, также вот это маркетинговое отделение, рекламная кампания FutureAdPro. И вот именно работая с FutureAdPro, это самый простой метод, как вы можете начинать получать пассивный доход на свою инвестицию от 50 долларов, начиная уже через день. То есть 24 часа прошло, вам уже копеечка капнула. Капает здесь примерно 0,5% в день, когда чуть больше, когда чуть меньше, но это реально работает, оно вот в такой форме работает. То есть вы можете посмотреть конкретные видеоролики и мои статьи, я дам в описании к этому видео. Дальше. Когда у вас появляется цифра хотя бы 1000 долларов, вы можете уже воспользоваться системами, которые настраиваются и включают в себя целый ряд независимых источников пассивного дохода. Чаще всего это софт, который софт, программы специальные или какие-то там услуги какие-то, которые нужны в процессе работы всем онлайн-предпринимателям. В частности, вот один из таких ресурсов я вам сейчас покажу. Называется эта компания Funnel Franchise. Она абсолютно молодая, но если бы я увидел ее, скажем так, раньше, я бы вообще ничем другим не занимался, занимался бы только с ними. Почему? Мне очень нравится, очень импонирует подход, как здесь это все сделано, потому что я таких франчайзингов покупал уже за последних 2 года достаточно большое количество. И самое интересное, что здесь вход даже минимально с нуля. То есть давайте расскажу быстренько, как работает эта система, почему она мне понравилась. И как вы можете, в принципе, начать уже сейчас ею пользоваться. Включая, я покажу даже, как это все рекламировать, если у вас совсем нет денег. Вот представляем, что денег нет совсем. Окей? Итак, базовое предложение начинается. Это вот Members Area, это то, что вы видите, когда вы уже попадаете внутрь сюда, да? Но изначально же у вас этого нет. То есть у вас будет своя определенная ссылка, с которой вы сможете уже, соответственно, рекламируя которую, вы уже будете, скажем, дальше приглашать людей вот в эту программу. Давайте покажу, как выглядит базовая ссылка. То есть вот первичное окно, которое видит человек, окно захвата, да, оно вот такое, да. Бесплатная система, получите доступ бесплатно. И вот здесь человек объясняет, ее создатель Марк объясняет, как это все работает. Все, что надо вам сделать, это зарегистрироваться бесплатно, зайти сюда внутрь системы, и вы попадаете, соответственно, уже вот в это окошко. Здесь вам объясняет популярно, как зарегистрироваться, что сделать дальше, вот все пошагово. Следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг и так далее. Но смысл этой системы в том, что когда вы в нее как бы попадаете, то на вас начинает работать целый громадный механизм. Вот здесь записаны видеоролики, видеоуроки там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это обучающий портал, у которого тоже есть разные уровни подписки. Это может быть подписка за бесплатно, это может быть подписка за 50 долларов, про уровень, элит уровень и так далее. Но что мне здесь, повторяю, импонирует, что здесь все настроено так, что человек, начиная с первого шага и продолжая дальше, 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 ему понятно, как эта система работает.
Дальше есть огромное количество здесь всяких вариантов, как это все вознаграждается. Ну, в частности, вот мы смотрим, что это вот, например, про уровень. Давайте я вам покажу его. То есть фактически все, что надо делать в этой системе, это рекламировать свою ссылку, гнать туда трафик, и вот Tier 1 это те люди, которые зарегистрировались по вашей ссылке, потом кто-то из них остается бесплатным пользователем, кто-то делает апгрейд. Есть разные системы, разные уровни. Вы получаете с нескольких уровней здесь свою как бы комиссию. То есть это нормальный, хороший такой уровень. Построение матрицы, при которой люди, которые работают вместе с вами, которые зарегистрировались после вас, вы получаете часть прибыли, в том числе с их продаж. Да? Здесь вот Марк объясняет, как бы, как это все работает. Здесь есть три уровня Pro. Уровень Pro стоит, я не помню там сколько, ну копейки совсем. Элит уровень стоит $50, по-моему, в месяц на протяжении 10 месяцев. Ну, в общем, копеечные входы, при этом на выходе получаются достаточно приличные деньги. Еще раз говорю, что импонирует, что все, что надо делать, это просто гнать трафик внутрь вашей ссылки вот сюда. Вот и все. Это просто рекламировать вот эту систему. Теперь давайте я вам покажу, как это делается, как вы можете рекламировать, не имея денег, например. Это, повторяю, одна из систем, с которых я работаю, с которыми. Но смысл в чем? Вот у вас есть, например, такая система, у вас есть своя партнерская ссылка. Как это делаю я? Элементарно. Вот у меня есть, например, своя группа, это мой просто профиль. Это у меня Facebook, который посвящен только англоязычному интернету. Вот смотрите, что я сделал. Я скопировал, например, вот эту часть, вот эту вот картинку, вставил ее сюда. Sorry. Вот, написал здесь, если вам нравится эта тема, хотите получить бесплатный доступ к системе, полностью автоматической системе, автоматизированной системе получения пассивного дохода вашему бизнесу, автоматизированному, да, профессионалам, пожалуйста, нажмите там лайк. И вот когда человек лайкает, я ему просто пишу заготовленный пост, где даю ссылку на вот эту страницу, что привет, система действительно работает, все хорошо, пожалуйста, заходи, регистрируйся, это бесплатно. И дальше он попадает уже внутрь и пошагово просматривает, как ее настроить, как подключить автоответчики там, и так далее. Дальше, как это рекламировать? Элементарно. Вы просто создав... Ну, во-первых, у меня в курсе по ClickBank это все есть. Как рекламировать, как добавлять группы там, и так далее. Ну, я покажу просто на живом примере. Вот, например, у меня есть бизнес, группы Home Business, да, Make Money from Home или вот такое что-то, Make Money Online и так далее. Вот я просто запостил в эту группу. Если вы не печатаете ссылку, то Facebook не блокирует эти вещи. Вот, соответственно, в группе 5000 участников, вот мой пост, и как только я здесь увижу лайк, да, я его увижу вот тут у себя, что вот кто-то лайк, ну, так как вот этот пост, например, давайте посмотрим. Вот, например, люди пролайкали, я с ними просто выйду на связь, окей? То есть я просто элементарно здесь каждому этому человеку пишу сообщение, в котором я описываю, что да, вот, пожалуйста, вот так это делается. То есть фактически просто даю ссылку на регистрацию. Таким образом, вы зашли бесплатно в систему, зарегистрировались, да? Есть там каких-то 50-100 баксов, сделали апгрейд до уровня Pro, нету, значит, рекламируйте ее так, да? Но вы видите, вы можете абсолютно спокойно готовую систему автоматизированную, в которой там огромное количество уровней, которая создавалась человеком, который в этом деле варится 12 лет и, слава богу, научился это делать, у которого есть команда для того, чтобы это делать, и так далее. Вот, то есть это все готовая система. Вы в ней просто регистрируетесь, берете свою партнерскую ссылку. Если нет денег на платный трафик, заходите на Facebook, добавляетесь в группы Facebook. И так как это сделал только что я при вас, покажу еще раз, элементарно постите в эти группы. Отвечаю сразу же на ваш вопрос, будет ли реакция. Да, реакция есть, потому что огромное количество людей в интернете хотят зарабатывать онлайн. И если система действительно чего-то стоит, это сразу видно. То есть, все, что вам нужно сделать, это запостить в группах, сделав это правильно, опять же, вот через вот эту всю систему, да, которая не линки постит, а какую-то информацию. Ну вот, как подсказка, еще раз говорю, что просто просите лайкнуть ваш пост,
и вы эти лайки видите, да, соответственно, вы увидели лайк, вы вышли на связь с человеком по... написали ему уже в сообщении его ссылку, и даже там эту ссылку надо писать так, чтобы это не выглядело как ссылка для Фейсбука, потому что Фейсбук не любит, когда вы выводите за рамки Фейсбука, собственно, какие-то ссылки. Okay. Таких систем огромное количество. Сейчас в описании к этому видео я вам дам ссылку именно на регистрацию в этой системе. Дальше, когда у вас появятся возможности или желания, чтобы вы могли, то есть бесплатно, я вас учить дальше не буду. У меня есть чем заниматься, поверьте мне. Поэтому два варианта. Вы можете пройти курс обучения ClickBank от ADA. Сейчас я вам покажу, как он, собственно, выглядит. Это далеко не про ClickBank. Вернее, далеко не только про ClickBank. Там огромное количество времени уделено именно информации, как бесплатно рекламировать свои варианты. Что такое инфобизнес, какие бывают варианты. И вот видите, ClickBank, как выбрать товар, ежедневный алгоритм действия, бесплатный трафик с Facebook. А Facebook здесь много уделено внимания, потому что бесплатно с Facebook действительно можно. Кейс-стади, как работать с автоответчиком, какие программы я также использую дополнительно, бесплатный трафик с других социальных сетей. В общем, здесь много информации. Все это в виде видеоролика от 15 до 40 минут каждый. Как платным трафиком пользоваться и так далее. Опять же, информацию по курсу я вам оставлю, ссылку. Но если вы хотите реально этим заниматься, надо проходить коучинг. Это займет у вас где-то от полугода до года. Стоить будет там от 1000 долларов плюс. Ну, потому что, ребят, это не делается быстро. Поверьте мне, эти знания, они... Прикол же не только в том, что знания. Но вы просмотрели как бы этот курс, да. Вы будете что-то делать, что-то не будете делать... То есть, когда вы с человеком хотя бы раз, с наставником раз в неделю общаетесь по часу, он вам говорит, что окей, это сюда, это сюда, это сюда, немножко попроще. Второй момент сразу же скажу, что вот говорят, как зарабатывать бесплатно, если нет денег там и так далее. Ребят, проблема не в том, как зарабатывать бесплатно. Проблема в том, что когда у вас есть деньги, вы тоже не заработаете, если вы не знаете, как их обернуть. То есть, вы их просто тупо потратите, даже на платный трафик, и в конечном итоге они просто закончатся. Поэтому, например, у меня вот эта система, это и не только это одна из систем, которые я тестирую для себя в работу, да, она служит таким вот источником первичного трафика, первичный трафик, понимаете? Что имеется в виду? Что вот, например, одна из систем, которая тоже выступает первичным трафиком, я гоню сюда трафик первый, вот, на эту страницу. И дальше у меня здесь серия писем, например, из 100 писем. В некоторых из них идут переводы на другие страницы, в том числе на ClickBank, на JVZoo, на Warrior Forum и так далее. То есть, как бы, вот эти системы, они необходимы стартовые, базовые, только для того, что здесь, когда вы заводите сюда доллар, большая вероятность того, что вы вымеете сразу же через неделю доллар 20, понимаете? Или хотя бы 50 центов отобьете. То есть задача этих систем в этом. Потом уже вступает тяжелая артиллерия, типа вот этого франчайзинга, который стоит там 3000 баксов, который, грубо говоря, там все сделано уже в разы дороже, но его и дороже продать. То есть продавая франчайзинг вот этот, я получаю сразу 1500 долларов, понимаете? Он уже построен по-другому, но... Начинать нужно с чего-то попроще. И вот эти системы, вот эта система, также есть система сейчас Easy Commissions, я тоже сейчас в нее зашел, начинаю ее тестировать, пробовать. Вот, то есть это базовые системы, которые дают, например, система Easy Commissions, она дает сразу же доллар за то, что человек просто зарегистрировался по вашей ссылке. Если он из стран Tier-1, то есть это если США, Канада, Австралия там и так далее, да. То есть вы фактически потратили на покупку 50 центов, вы ее тут же отбили, и у вас сюда вот в автоответчик зашел, грубо говоря, ваш подписчик, которому вы уже можете слать что угодно, когда угодно и так далее, да? То есть вот об этом всем я рассказываю на коучинге. Я его еще даже, собственно, не знаю, во сколько его оценить, но поверьте мне, если вы хотите серьезно заниматься пассивным доходом онлайн, вам придется вложить не 1000 долларов в свое образование. Не точно не 1000 долларов. Вот такая петрушка. Ну, я надеюсь, что это видео немножко вас чуть-чуть сдвинет в нужную сторону для вас. И если у вас остались вопросы, я оставлю ссылки в описании к этому видео. Пожалуйста, знакомьтесь внимательнее и потом выходите на связь. Всего хорошего, до следующих встреч.